5 месяцев и одну неделю подписчик потратил, чтобы сделать эту карту. Добро пожаловать! Сегодня будет что-то очень интересное, возможно, длинное, не знаю, но сегодня у нас карта подписчика с модом Immersive Portal, с Create и вроде бы еще каким-то модом. Сегодня мы посмотрим, что здесь будет происходить. Надеюсь, вам понравится видео. Ставьте Лукаса, быстро, ставьте Лукаса и рандомный комментоз залетает от Лопизг2668. Пишет, ломать плохо, а не ломать карту для Кейна еще хуже. Правда. В точку. Молодец, правильно. Сегодня ломаем полностью эту карту. Поехали. Ладно, надеюсь, ломать мы все-таки здесь ничего не будем. Я даже не знаю, с чего начать. О карте. Я хочу почитать, посмотреть, что здесь происходит. Карта была сделана специально для пользователя. MineGame00. Тот самый мой друг. Как было сказано ранее, карта сюжета. Да, автор мне писал то, что он сделал карту для своего друга, но в секрете посылает ее мне. А пока друг еще не прошел. Наверное, друг уже прошел. Карта была отправлена мне, не знаю, 30 лет назад, наверное, уже. Ну да ладно. Как было сказано ранее, карта с сюжетом. И предполагается, что вы будете проходить ее, как задумал автор. А, кстати, сейчас вам на экране напишет эта дверь открыта. Посмотрите, где-то возле красной. Что, что, где, куда, куда, куда? Что? Куда смотреть? Погодите. Йоу, слишком много информации. Погодите. Еще раз. Где? Куда смотреть? Что я потерялся? Где мы смотрим? Что дверь открыта? Посмотрите, где-то возле красной полоски уберется стенка. Проползите туда, там будет продолжение. Если же вам не показало это сообщение, прочитайте то, что еще не прочитали. И, к слову, вначале уже есть первая пасхалка. Будь повнимательнее. Ладно, пасхалку ты долго будешь искать. Найди здесь, возле этих рук, где-то сундук. Я хорошо спрятал. Там... А! Дождь! Не надо! Там, собственно, пасхалки нету. Туда нужно что-то положить, но карту нельзя ломать. Окей, погодите. Сначала weather clear, пожалуйста, в студию. Теперь возле рук сундук, сундук возле рук. Хорошо спрятанный сундук возле рук, говорится мне. Что-то положить. Ребят, мы будем тратить время на пасхалку, потому что автор говорит, что сложно будет, что будет сложно. Ну, катапульта работает? Нет, катапульта не работает. Я не вижу ни одного сундука здесь, уважаемые дамы и господа. Окей, ладно, погоди, давайте почитаем остальное. Давайте почитаем про правила. Бум! Так, правила, естественно, без читов Game Mode 1 или Game Mode 3. Хорошо. Ну, следовательно, найти можно только по сюжету, не читая пасхалок. Просьба читать быстро, ибо сюжет может быть быстрее вашей техники чтения. Это, кстати, про меня, походу. Я буду стараться. Также правилам относится, что вы обязаны подписаться и поставить лайк. Yes! Спасибо. Спасибо, спасибо. Так, хорошо. Я слышал, что-то открылось. Слышал, что-то где-то открылось. Но давайте, давайте почитаем про автора. Бум. Привет. 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 Меня звать Клима 777. Клима. Спасибо тебе большое, привет. Кстати, у нас становится ночь. Можно мне сделать... День, пожалуйста. Времени. На карту сюжетом времени было на нее потратить почти 2,5 месяца. А дверь открыта. О, теперь открыта. Но автор написал, что он потратил 5 месяцев. Удвоил. Не знаю. Сейчас только могу сказать, что карту я делал сам. И сейчас повернись направо, право почитать, и потом да-да-да. Дверь открыта. А, вот эта дверь, окей. А потом почитай карте, все обязательно видите, иначе не откроется проход дальше. Да-да-да, мы поняли, папа. О-о-о-о-о, дай-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 дай. Ага, командный блок. И теперь его нужно положить куда? Давайте посмотрим. Где было это написано? Найти возле этих рук где-то сундук. Возле этих рук где-то сундук. И туда нужно что-то положить. Я нашел, что можно туда положить. Ребят, я теперь не могу оставить это просто так без пасхалки. Ребят. Ребят. Где сундук? Вот вы видите? А я не вижу. А вы видите? А я не вижу. А вот я не вижу. Ребят, где он? Хлоу? О, вот оно. На самом деле это было не так уж и сложно. Ага. Что теперь? Все? О! Поздравляю, вы нашли свою первую пасхалку. Соберите каждую из них, чтобы получить секретное испытание. Подсказка номер один. Тупик не всегда является таким, каким мы его видим. Тупик может означать, что там что-то есть, но кто-то не хочет, чтобы ты это знал. Я так понимаю, он имеет в виду, да, Immersive Portal, с порталы, прошел туда, пошел обратно, фиг знает, куда пришел. Это не пасхалка, это старт, окей, фух, мы поняли, спасибо, спасибо. Что ж, теперь мы готовы приступать. Первая кнопка, теперь стань на катапульту из мода Create. Какую? На вот эту? Бац, боум, классно, отлично на начало. Так, что мы делаем? У нас есть проход слева, справа. Давайте пойдем вот сюда. Что мне это дает? У нас есть кнопки, которые открывают двери. Я думаю, мы можем сделать вот так. Ага, или не можем сделать вот так. Погодите, катапульта нужно снова активировать, я так понимаю, да? Давайте встанем на катапульту. Бум. Отлично. Теперь, что нам это дает? А я точно не могу туда допрыгнуть? Или я просто тупой?
Возможно, я тупой! Или нет? Стоп, в чем прикол? Почему? Почему? Старый дед Канделябрович не может допрыгнуть до чертовой двери. Может быть, если я пойду в эту сторону? Я теперь с этой стороны. Я не могу туда запрыгнуть! Да почему? О, боже мой, да наконец-то! Чё ж это так сложно-то было вдруг? На, поставь на золотой блок. Найс. И у нас есть шулькер пустой. Шулькер, но погодите. Я знаю, что здесь происходит. А, отлично спустилось. Поставь на золотой блок. Бум-бац. Что же? Что же? У меня такой же вопрос. У тебя сейчас будет первый выбор. Какой будет первая глава? Ууу, автор мне написал, что здесь можно выбрать. Тут будет не то. Тут будет 4 концовки и 2 разных начала сюжета. То есть мне нужно выбрать, какой будет начало сюжета. Такое я в первый раз вижу, отвечаю. Хотя, с другой стороны, сюжет все равно переплетается. Но все равно это интересно. В общем, выбирай. Я готов. Какой у нас есть выбор? Начать за шахтера, начать за сталкера. Конечно же, сталкер, это запуск первой главы. Ребят, ну тут, я думаю, очевидно было, да? Я, какой шахтер? Сталкер, конечно же. Настройка конфига. Спасибо. Давайте. Давайте. У меня клаустрофобия тут небольшая в этой черной комнате. Успех. Обожаю успех, друзья. Всем вам желаю успеха в жизни, друзья. Тем временем. Камон. Настройка сюжета. Ладно, я пошел водички налью пока. Пока тут настройка сюжета идет. Сейчас. Сейчас, друзья. Водички нальем. Начало главы за сталкера. Найс. Я тут. Я тут. Успех. Как много успеха-то у нас сегодня. А, хорошо. Так, надеюсь, больше настроек не будет. Нажми сочетание клавиш F3D для очистки чата. F3D. Бум. Отлично. Интересно. Вы сталкер и на своей профессии уже с полгода. Вам позвонил ваш друг, который ищет для вас место сталкеринга. Вот уже прошло 2 месяца с последней вылазки. И вдруг Димка, ваш друг, вам звонит. Алло, Димка. Димка, не вовремя звонишь. Я сижу на унитазе. Да, привет, это Дима. Дима. Дима, Димыч, Димыч. Слушаю, новое место нашел. Наш дом, классный дом. Или база. А, ты меня вообще слушать будешь? А? Алло? Алло? Нет, окей. Кегля уже троллит. С первых слов звонка Кегля троллит. Хорошо, тогда пока. Я пошутил. Черт, мы потеряли друга. Минус один друг, друзья. Вот что будет, если троллить. То-то же. А, нет, все, друг на месте. Дима, Димон. Объясни, нашел ли место или нет. Так, что насчет... миллионером стать хочешь? Давай, come on. Хочу, почему бы и нет. Да, ну при чем тут это? Говорит Кегля, то есть я. Ну, если проще, я ставил тебе кирочку возле одного банка, в который сам не пойду, ибо там под ним обнаружен каньон. Не дай бог я провалюсь. А я-то почему пойду? А потому что я сталкер. А Дима не сталкер разве? То есть на меня насрать. Я правильно понял? Окей. Ну, я так и подумал, это моя первая мысль была. Ну, не насрать, но лучше учиться на чужих ошибках. Умно, Дима, молодец. А где вообще кирка? Да, скажи мне, пожалуйста. Это телек. Там трубу прорвало рядом с банком, туда же я положил кирку. Разобьешь стену в отмеченном мною месте, там стена прочнее всего, так что стоит ломать будет даже... Так что и ломать нужно будет дольше. То есть ты не пошел в банк, а я в яму полез. Нет, ну если не хочешь 600 тысяч, тогда ладно. Ладно, все, давай адрес банка. Так бы и сразу. Слушайте, Дима что-то мутит, друзья, что-то неладное. Мне, я не доверяю ему. Я не доверяю Диме. Не знаю почему. Начало главы. Окей, глава первая. Вылазка в банк. Так, еще раз, давайте немножко... У нас есть даже челлендж наверху экрана написанный. Кайф. Короче, нам нужно добраться до банка, стену, взять кирку. Или еще раз, как? Прорвало трубу. Окей, хорошо. Я вроде бы понял, что мы делаем. Бум. Ага. Это начало паркура. Слушайте, как же кайфово тут все сделано. Какие же вы талантливые подписчики-то у меня, боже мой. Окей, давайте проходить и тащить. Что мы делаем теперь? Я спрыгиваю вниз, да? Найс. Так, я так понимаю, это тот самый банк. То есть мы грабим банк или что мы делаем? Я вижу там таблички. То есть мне нужно туда каким-то образом. Погодите, прежде чем я туда пойду, я хочу осмотреть немножко локацию.
Я так понимаю, это сам, наверное, банк. Здесь, в принципе, я больше ничего не вижу, поэтому я предполагаю, что нам все-таки нужно вот сюда. Правильно? А вот чтобы попасть сюда, мне нужно... Ага, окей. Сундук чуть ниже, туда не лезь, ибо мой друг сломал этим карту, так и решил выкопать там канализацию. Окей, хорошо, хорошо, не лезу, не... What the fuck? Как это вообще возможно, то, что я сделал? Я взял кирку, можно обратно? Фух, я думаю, я застряну. Ребят, мне говорят, не лезь туда, пожалуйста, не лезь. И я беру и выкидываю туда кирку. Молодец, ну это была случайность, не орите на меня. А, так, что теперь? А, так, кирка есть, теперь нужно сломать стену где-то, говорю, чтобы пометил место. Вроде оно должно сильно выделяться. Погодите, мне кажется, я вижу. Что мы можем ломать? А мы можем все ломать, мы же в сурвайвале. Окей, хорошо. Я вижу место, которое пометил Димка мне. Да вылези отсюда, чертов канализационный червь. Выползи. Спасибо. Мне кажется, я знаю, куда мы идем. Мы идем примерно вот сюда. Спустя полтора часа. И никто не заметил, что какой-то старый дед долбит стену в банке, да? Вот никто из людей не заметил. Окей. Так, попасть в здание. То я попал. Теперь нужно найти сейф. А перед этим кабинет директора, в котором нужно узнать код от сейфа. Помещение для персонала. Помещение для персонала, вход запрещен. Воу, рили, не заходи, просят же. Воу, ну сори. Нельзя было заходить, нельзя, ну кыш. Не надо, не бейте меня. Вот теперь замуровали просто. Окей, автор, сори. Ну, не захотелось, Кейн. Банкомат, мы поняли. Кнопка. Открывай двери. Дождь пошел. Так, все, мне надоело. Weather clear. Теперь пишем... Game rule. Do weather cycle false. Все, не нужно мне больше дождей. И можно еще сделать time set day. Все. Теперь нам нужно найти кабинет директора, найти код от сейфа, найти сам сейф. А вот и труба. Неужели кабинет директора после труб? То есть директор каждый день на работу ходит через трубы. Прикольно. Номер 13. Кабинет директора, я вижу. Я вижу кабинет директора. Бум, а вот и он. Еще глаз? Это глаз, друзья. Окей. Бум, у нас и книжечка, у нас и записка. 8 февраля 2021 года. Я уезжаю в командировку на 15 суток. Записка для замдиректора Федора Альбертовича. Код от сейфа в кабинете номер 7. Код от сейфа в кабинете номер 7. Мы запомнили. Кабинет номер 7. Мы запомнили? Мы точно запомнили? Надеюсь. По идее, нам, значит, вот сюда. Кабинет номер 7. Да что ж так тут у вас все плохо? Вот как здесь пройти нормальному человеку? Что же, перепрыгивай через дробь, это что такое? Что такое? Кому можно, пожалуй? Опять глаз. Глаз. Везде глаза. Что это означает? Иллюминати? Кейн Иллюминат. Помните это видео? Да, не помните, наверное. Окей, ладно, хорошо. Номер 7, номер 6. И номер... ползи. Нет, 8. Вы что, издеваетесь? 10. Окей, значит, на той стороне. 8. Окей. Я понял. Вот, номер 7. Бум-бум-бум. Сканирую. Код найден. 1, 4, 2. Код от сейфа 1, 4, 2. Хорошо. Это очень мило, но где сейф тогда? Где его найти? Нужно тогда... Я даже не знаю, куда идти. Комната номер 9. Погодите, здесь что-то есть. Или нет? Или есть, или нет, или, наверное, нет, друзья. Так, я думаю, сейф вообще находится где-то не здесь. Это вот все, что я могу вам сказать. Я не думаю, что он где-то здесь, поэтому я думаю, нам все-таки стоит вернуться обратно в главный зал, в главный коридор. Как вы думаете, друзья? И сейф будет где-то там, наверное. Знаю ли я... Погодите, вот что здесь опять? Нет, это та же самая локация, те же самые комнаты. Все, окей, не тупи, гоу, вперед с песней, с кодом. 1, 4, 2. Так, хорошо, мы снова здесь, и теперь код от сейфа. Может быть, он был в кабинете директора? Бумажки без всяких полезных записок. Окей, хорошо, теперь тогда куда? Хороший вопрос. Код от сейфа, сейф где? Где сейф? Может быть, он все-таки где-то был там, я его просто потерял, друзья. Ну, нет, походу он явно не здесь. Или... нельзя открывать. Сюда запрещено, иначе... О, погодите, возможно это... Возможно сейф там.
Это лабиринт, справа написано, какие двери. Так, хорошо. Хорошо, я все понял. Yes. Можно открывать, нельзя открывать? Можно открывать? Нельзя открывать. Это подсказка, какие двери нужно и не нужно открывать. Это лабиринт, справа написано, какие двери открывать можно. Окей, хорошо, а что если вообще сюда запрыгну? Тут интересное место. Стоп, сейф? Уже? А что, счет лабиринта? Сюда нельзя, запрещено, иначе лабиринт рухнет. Окей, погодите. У меня есть выбор, я могу либо пойти сразу туда к сейфу, либо я могу пройти лабиринт. Да, я хочу пройти лабиринт. Меня никто не остановит. Сори, мне сказали, нельзя открывать двери, но, ребят. Я понял, для чего нельзя открывать двери. Чтобы не читерить. Черт, а как я должен тогда... Ой, я уже не знаю, какие двери я открыл, какие... Может быть, там сюда тогда? О! Ага. Ого. Ого. О, головомойка. Моя любимая. Погодите, может мне все-таки в сейф надо? Сначала и потом сюда? Я не знаю. Так, что мы должны двигать? Кого двигаем? Редстоновый блок. Мы должны подвинуть... Куда, простите? Давайте просто двигать, уже по ходу поймем. По ходу дела разберемся. Теперь мне нужно как-то подвинуть вот этот, да, сюда теперь примерно. Черт, как-то все запутано, вот это сюда, найс. И теперь E-E-E-E-E-Sports, EA Sports, to the game, E-E. Теперь, вот здесь должен быть рычаг. Нет, не здесь, начнем вот здесь. Стоп, вот здесь, стоп. А как я должен опустить? What? Теперь... А это что? Ага. Погодите, я думаю, нужно подвинуть теперь вот эту дичь. Найс. Теперь поднимаем вот эту дичь. Она не опускается. Выдвигаем. Открыто. Найс. А что насчет сейфа? Этот рычаг открывает железную дверь. Надо нажимать до него до упора. Бум. Железную дверь открыл. Какую железную дверь, я так и не понял. А можно мне сейф? А можно я двери подкрываю вот так, чтобы выйти? Мы открыли железную дверь. Для чего мы ее открыли? Окей, я пошел за сейфом, друзья. Для чего мы ее открыли, если мог проползти здесь? Чтобы выбраться обратно. Я же не могу выбраться обратно. Все правильно. То есть, неважно, каким бы порядком мы бы это проходили, нам все равно нужно было бы пройти лабиринт, чтобы открыть дверь обратно. Окей, хорошо. 1, 4, 2. 1, 4, 2. Это было легко. Нажми сочетание FD3. 3F3D. Окей. Сейф. Hello? Есть, лампочки загорелись. Так, хорошо, это что загорелись? Ну, а сейф когда откроется? Я жду. Но почему же сейф не открывается? Я не понимаю. Внимание, механизм открытия сейфа был поврежден. Поврежден? Камон, серьезно? Почему так много глаз-то везде? Срочно покидайте здание. Воу, серьезно? Охрана? О, черт. Нужно бежать. Не дали сбежать. Стоп, еще треск. Стоп, я что? Я все сломал. Но по-настоящему, как и нужно было. Что это? Это трещина в полу? Окей. Пол раскололся. Вы с криками упали в каньон, находящийся под банком. Вот тут, наверное, переплетается сюжет шахтера и сталкера, правильно? Глава первая пройдена. Хорошо. Допустим, это было интересно. Что же будет дальше? Загрузка второй главы. Мне опять за водичкой сходить? Come on, быстро. Сзади, вторая глава. Сзади вернуться на спаун, если прошел вторую главу. Сзади вернуться на спаун, сзади вторая глава. Если вы хотите, если вы уже проходили вторую главу, вторая глава. Бум, вторую главу мы еще не проходили. Поэтому погнали. Грёбаный месяц я потратил на первые главы, и это только на стройку декораций. А если учитывать еще командные блоки, то всего лишь на неделю больше. Воу, автор. Ладно, в общем, что произошло? Окей. Расскажи, что произошло. Я понимаю, что произошло. Если, короче, ты упал в каньон, находящийся под банком. Так, я понял это. Там же провалялся около 2 часов. Кайф. Повалялся, отдохнул. А дальше уже само прохождение, окей. Дам подсказку, найди выход из каньона. Это же не подсказка. Это просто, что мне нужно, это мое задание. Сорян, вы уже знаете, я не русский. В общем, начинай. Я запутался. Окей, хорошо, ладно, давайте не будем еще больше запутывать. Я могу это брать? Наверное...
Это декорация была. Так, главторен старт. Хорошо, найти выход из каньона. Ну, ребят, я слишком умный, я профессионал в прохождении карт. Получена новая задача — найти выход из шахты. Я уже вижу, куда нам нужно. Поэтому вы даже не сомневайтесь в моем скилле прохождения карт от подписчиков. Я все прекрасно понимаю. Нам нужно именно сюда. Нефть 2 шахта, после таблички выхода не будет. Если хотите что-то взять, возьмите, допустим, кирку. Чего-чего, еще раз. Если я войду... Окей. What? Так, это несерьезно. Что это было? Мне кажется, что-то пошло не так, друзья. Мне кажется, что пошло не так. И почему у меня забрали мою кирку? Я думал, возьмите кирку до этого, чтобы с ней идти. Но у меня ее просто забрали. Выпустите меня, выпустите. Окей, походу я должен был оказаться здесь. Я просто забагался в текстурах. Ну, бывает, ну, случается. Ой, это еще что передо мной здесь такое? Ну, вы издеваете. Ладно, поползли, не будем терять время. Не будем терять время. Так, я надеюсь, паука на меня сейчас не выпрыгнет. У нас же Peaceful стоит. Все хорошо, все хорошо. И как я пройду, кстати? Стоп, я бы прошел с киркой, но у меня нет кирки. Потому что у меня ее забрали. Мне забрали кирку. Тогда я могу ломать. Ребят, я не знаю. Я не знаю, я правильно сделал? Я не знаю, но у меня украли кирку. Ну что я могу поделать? Как мне без кирки теперь жить? Окей, мы выбрались. Но куда мы выбрались? Как мне... Стоп, а вот это проблемка. Как я должен... в паутине я прыгать не могу, это логично. А что я должен сделать тогда? Как подняться-то по паутине? По паутине нельзя подниматься, друзья, просто так. Черт. Вау. Я не понял. Выпустите кеглю. Может быть, мне сломать паутину? Это будет долго. Ладно, мы сломаем паутину. Но опять же, мне автор вроде бы говорил, что я не могу просто так все ломать, только когда мне сказано. Начинается, друзья. Начинается прохождение, настоящее прохождение Кейна, как все и задумано. Ломаю карту. Ничего не слышать не хочу, я прошел. Молодец, молодец, кегля. Мне же сюда и надо было, правильно? Представьте, что если мне сюда вообще не надо. Это просто рандомная шахта. Это рандомная шахта, друзья. Мне сюда не надо было, походу. Камон. Где я что неправильно сделал тогда? Погодите, возможно, когда я выбрался из стены, я перешел на ту сторону шахты. А тут есть еще вот эта сторона. О, черт возьми, вот же куда мне надо было. Я вообще не в ту сторону шахты пошел. Я затупо... Окей, сори, все. Одарова, не знаю, проходил ли ты уже по шахте или нет. Короче, мало того, что шахта не вклидывает, так еще тут выживание. Надеюсь, ты взял с собой кирку. Я взял с собой кирку, но мне ее не дали. Ты взял? Нет. Ну да, но нет. Камон. Вы сами видели, у меня было две кирки. Две. А для кого на табличке? Так, не надо на меня орать. Не надо на меня орать, все видели, что я взял кирку. Спасибо. Может быть, он специально это сделал, чтобы меня потроллить и наорать на меня просто так. Спасибо. А теперь. Так, что теперь мы делаем? Выживание еще, ну вы издеваетесь. Просто добывать доски, булыгу в местах, где именно булыга есть, и, естественно, железо, алмазы, затем найти обсидиан, который должен сломать, чтобы пройти на третью голову. Железо, уголь, есть генератор отдельный, также есть генератор булыги, где что с стеном собирать нечего. Добывать доску и булыга, где это булыга. Окей, вижу много железа здесь. Давайте сразу добудем. Раз уж на то пошло, правильно? А что еще? Что насчет генератора? Железо и уголь, есть генераторы отдельные. Это означает что? Погодите. Что означает есть отдельные генераторы? Что только там можно получать железо? Или я... Окей. Ладно, погодите. Возможно... Я запутался. Я таки не понял, мне можно ломать просто железо, если я найду, или только из генераторов? Автор не уточнил, поэтому я добываю сначала доски. И нам еще теперь нужно найти все остальное. Железо, алмазы, окей. Плюс найти финальный выход из обсидиана, конечно же. Куда же без финального выхода из обсидиана? Так. Бедрок — это совсем не то, что нам нужно. Интересно. Интересно, господа, интересно. Так, хорошо, давайте сначала немножко пройдемся по этому лабиринту, поймем, насколько сложная у нас задача. Спуск вниз. А, окей.
Лево, право. Я хожу кругами, я здесь был. Я здесь был. А здесь я был. Может быть, мне нужно дойти до конца. Помните, мне автор говорил, если тупик, это, возможно, не тупик, поэтому, возможно... Вот. Окей. Okay. Генератор угля. Бесконечный уголь, окей. Хорошо, нашли генератор угля. Это мило, наверное. Надо ли нам столько угля вообще? Для чего нам уголь? Что мы будем переплавлять, если, по идее, у нас есть уже железная кирка? По идее, нам нужно просто найти алмаз и сделать алмазную кирку, правильно? Сюда. Окей. Хорошо. Это, конечно, очень мило с вашей стороны, но я все равно немножко запутался. Где вообще хоть один алмаз на всей этой локации? Вот где? Вот где? Вот покажите мне. Я не вижу. А вы видите? Погодите. Это выглядит как новое место. Это выглядит как место, где меня еще не было. Хоп. И вот это выглядит как место, где я был. Ребят, мне нужна помощь. Может быть... Нет, здесь мы не можем, да? Нет, мы не можем здесь пропрыгнуть. Хорошо. Погодите. Генератор дерева. Ой, как мило. Но надо мне это. Зачем мне... Мне нужны алмазы. Алмазы. Ну, давайте возьмем пару деревьев тогда. Я не знаю вообще, как... Как я сюда... Я не знаю, как я пришел. Все эти шахты, они настолько одинаковые, что... Генератор булыжника. Ну, окей. Ну, зачем он мне? Зачем он мне? Где я вообще? Как я... Откуда я пришел? Отсюда. Так, хорошо. Значит, теперь... Стоп. Откуда? Сюда? Это что за место? Это просто тупик. Это просто тупик. Ты что тупой? Ой. Вот же оно. Вот же оно. Оно самое. Отлично. Что теперь? Окей, я возьму все алмазы, потому что я долго их искал, я должен... Погодите, они были прямо рядом с комнатой. Сколько времени я потратил? Посмотрите, где они были. Как... Что, тупой, что ли? Посмотрите, я только что здесь проходил кучу раз. Вот, генератор дерева. Как я туда не заглянул? Окей. Это, конечно, очень мило, но где теперь мы должны найти обсидиан? Все, мне на остальное пофиг. Мне пофиг на генератор, мне нужно найти обсидиан. Где он? Окей, хорошо. Явно не здесь. Здесь я был миллион раз. Вот тут я был пару раз. Но может быть я что-то упустил. What the fuck is this? Чего? Куда? Кого? О! Ой, да ладно! О, май гад, наконец-то. О, боже мой. Нет, я не хочу туда прыгать. А вдруг я вернусь... Не-не-не-не, мне пофиг. А, стоп, погоди, давай сначала скрафтим алмазную кирочку в студию. Yes. Еще раз. Yes. Упс. Да. Ребят, спидранер. Все, поехали. Так, что теперь? У нас есть проход слева, который... Я не хочу туда спрыгивать. Камон, сколько здесь алмазов? Почему... Сколько здесь обсидиан? И почему они так быстро ломаются? Погодите, разве обсидиан так быстро ломается? Я запутался, друзья, я не знаю. Ну почему... Почему несколько слоев нужно делать? Вот за что? За что? Давай, быстрее. Надеюсь, только два слоя, правильно? Вау. Ребят. Я сдаюсь. Сори, это слишком. Что же, поздравляю тебя с прохождением второй главы. Прошел для меня еще один месяц. Казалось бы, а чего так долго? Ты и так большую часть построил уже в готовой шахте. Так вот, только я еще и продумывал весь сценарий сам, чтобы только придумать это потратить 4 дня. Я понимаю, я ничего не говорю. В общем, спасибо, что проходишь карту. Да не за что, спасибо, что сделал. Автор, спасибо. Йоу, что мы теперь делаем? А теперь приступим к третьей главе. Найс, моя любимая третья глава. Но, сначала поставь присылку 8 человек. Поставил, готов. Дроппер? Или что будет, как вы думаете?
Давай, автор, удиви меня. Удиви. Поставил. Да. Не волнуйся. Молодец. Спасибо. Спасибо, я знаю. Я молодец. Ха-ха. Теперь третья глава. Выход. Окей. Старт. Вот. Йоу, таймер наверху экрана, что это значит, таймер, я пошел, я побежал. Сейчас, погоди, уберу с тебя эту слепоту. Окей, хорошо, у меня есть какой-то таймер. Я даже не хочу знать, что он делает, я просто пошел искать выход из этой шахты, которая наверняка должна быть где-то наверху, правильно? Удачи, спасибо. Мне кажется... по-моему, тут выход. Это троллинг. Я не могу здесь пройти. Мне не разрешали ломать блоки. Черт. По-моему, тут выход. Да перестань меня троллить, перестань. Окей, может быть, все-таки это выход. Погодите, я вижу табличку. По-моему, тут выход. Он меня... О, нет. Черт. Окей, не доверяем табличкам. Окей, таймер. Ну, не, меня же убьют, да? Окей, я не знаю, доверять, не доверять табличкам, я не знаю, что вообще делаю, я не знаю, кто я такой, я не знаю, что я делаю. Время вышло. Окей, это интересно, хорошо, пробуем еще раз, слушайте, офигеть, я обожаю испытания на скорость. Начинай заново, да, я понял. Так, хорошо, вначале у нас есть только один проход, вот сюда наверх, да? Угу. Теперь у нас здесь есть выбор, мы вот сюда еще не ходили вроде. Вроде бы. Как вы думаете, ходили, не ходили? Мне кажется, я в прошлый раз сюда и поднимался, нет? Тут вроде есть выход, а что если... По-моему, тут выход. Нет, только не там, где таблички, походу. Возможно, он специально так сделал. Типа, табличка, это под... Это оно? Окей, это не оно. Хорошо. О! Тут нет выхода. Тут нет выхода. Да я тебе не верю. Так. Мы близки, но у нас 20 секунд осталось. Мы близки, но осталось 20 секунд. Давай. Топи. Стоп, таймер. Со второго раза. Изи. Ля, ты уже тут. Yes, я уже тут. Ща, погоди, дай коп вызову в банке. Там же какие-то деньги красть хотели. А, черт. Может, не надо? Плиз. Так, все, давай, продолжай проходить третью главу. Окей. Как она продолжается? Ну, сначала нажми F3D. Бум. Нажал, я молодец. Come on. Там что-то большое я вижу. Интересненько. Нажал. Гуляй. Только учти, что это не конец. Спустись вниз и найди в сундуке. Да, в сундуке рычаг от железной двери сверху. Окей. В сундуке. А вдруг он прямо здесь? Нет? Черт, значит, придется искать, друзья. Так, может быть, вот сюда, в сундуке, ключ от железной двери сверху. С вами был Кейн, всем пока. Так, я пошел в самый конец, и мы начинаем с конца. Потому что я так... Погодите, тут помечено. Я думал, этот блок означает, что именно здесь рычаг. Так, автор. Что-то ты такое, а? Это не смешно. Мне не смешно, вам смешно? А вам смешно? А мне не смешно. Я же говорил с самого конца начинать. Я же говорил вам, а вы меня не слушали. Вы говорили, Кейн тупой, ты что делаешь? Нет. Все правильно. Так, теперь, ага. Ха! Yes! Сначала осмотри территорию, прежде чем идти в сейф. Стоп, мы снова идем в сейф? Это сейф, где сейф? Смотри территорию. О, туалет Шрека. Ну-ка, заглянем. Somebody once told me? Нет? Окей. Смотри территорию. Мне точно нужно осматривать досконально территорию? Я должен что-то найти или просто полюбоваться? Вижу барьеры. Меня не выпускают дальше.
Я думаю, я готов идти дальше. Это поломанный сейф. Бери отсюда, что хочешь, возвращайся через парадный вход. Ты же хочешь продолжение сюжета, конечно, хочу. Ну, я, пожалуй, возьму, если мне дают, я возьму. Найс, и прям парадный вход. Бум! О! Я помню это место. Найс. Черт. Так, всем тихо, кажется, я кто-то тут слышал. Полиция приехала. Внимание, мы вас заметили, поднимайте руки, выходите из здания. Ля-ля-ля-ля. Повторяю. Окей, я выхожу. Здорово. Мужики! Мужики, Димон, Васёк, Василиса, Константин. Привет, мои друзья. Ладно, я пошел домой. Всем пока. Удачи, увидимся завтра. Что произошло дальше, неизвестно. Окей. Окей. Оу. Оу, мы прошли! Yes! Спасибо за игру, надеюсь, тебе понравилась карта. На ее постройку потратил 2 месяца и 1 неделя. При учете, что строил я ее один. Не поленись нажать лайк. Всем удачи и пока. Йоу, это было супер круто. Это было очень интересно. Киньте сюда 4 пасхальных ключа. У меня ни одного нету. Ну, мы знаем то, что автор хорошо прячет пасхалки. Я пропустил все пасхалки. Скидывать периодичностью в 5 секунд. А что если вместо ключа я сделаю 1, 2, 3, 4. Что-то открылось. 5. Что-то... Вот что произошло. О! Камон. Расскажите, пожалуйста. После ареста. Окей. Что произошло? А, допрос. Анна, Лео. Итак, молодой человек. Я посижу. А, черт. Почему же вы были в банке? Я работаю шахтером. Извините, пожалуйста, я мимо проходил и увидел трещину в стене. Я работаю шахтером. Я думаю, это самый лучший вариант ответа здесь. Окей. Хорошо. А нам это знать зачем? Меня подставили, и случился обвал. Из-за несчастного случая случился обвал. Меня подставили. Стоит ли сразу говорить, что меня подставили? Нет, я не буду говорить, что подставили, иначе они что-то подумают не то. Ну, после... продолжайте. Ну, после того, как случился обвал, рухнули опоры в механизме сейфа, а я, в свою очередь, ходил по шахте, не знаю, как долго, но, найдя выход, увидел рядом банк и решил пройти в него, думая, что выберусь людям, а тут вы. Ой, кегля, ой, вот что ты делаешь? Ребят, я, короче, у меня запись выключилась, я ее не включил заново, я не увидел, что она выключилась, она сама выключилась, короче, окей. То, что нам сказал полицейский насчет нашего алиби, то, что, о, хорошо, тогда извините за неудобство, и мы вам даем 5% от того, то, что мы нашли в банке. Короче, yes, это была секретная концовка, мы ее прошли, я взорвал карту, и да, друзья, это было супер круто. Автор, спасибо тебе большое, спасибо тебе огромное за эту карту, обязательно делаю еще карты, очень круто у тебя получается, продолжай в том же духе. Ну, а я думаю, на сегодня... все, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите бубенцы. С вами был Кегля. Всем пока.